дайте мне хотя бы полляма. Ну полляма мне надо, правда. Заполучить свою заработную плату. Понимаешь? Уважаемый Владимир Владимирович, я вас прошу, назначьте мне поддержку, компенсируйте мне моральный ущерб. Все. Дичь вопрос кинули нахуй 300 человек каждого нахуй на почти по 150 тысяч нахуй 300 человек по 150 тысяч просто миллиарды нахуй меня кинули на ляму бать. Так, ну вроде же на ляму, давай. А тебя на сколько там? Знаете, вообще ничего не дали. Нам все. Вообще ничего не заплатили, просто кинули. Пидорас, белый, сука. Ой, ему карта не нужна? Ну, когда вы... Так. Так. Тебе сколько дали денег? Карта. Хуй мне что дали, ебаный урод, блядь. Ну, Вове Путину-то привет, хочешь передать? За родину воевал. Так. А ну, иди сюда, просто. Что? Иди сюда. Вот. Вот. Давай как-нибудь сделаем. Я делаю. Бабу нету, кому уехать. Не это делаешь, человек. Не делаешь. Что делаешь? Вот, казах, тебе хоть деньги дальше? Так, я даже спрашивать не буду, дай насчет денег. Чего? Дали денег? Кто мне дал? Я назад поехал. Вот это. А я поехал, брат. Да, братик, я не знаю, на питание. Да подожди, давай сейчас все. Да хули мне кашу ждать? Вот запрос. Потом туда это идет по мере. Ну, я думаю, короче, достаточно. Вот. Ну, кто, а? Я тебе нормально подошел, говорю, вот, человек, мы человеку сделали вот эту хуйню. Сейчас я вас отберу телефон. А что, не знаешь? Как вы думаете?